Вот я и в кушарах. Куда я залез? Я вас приветствую, друзья. Ползу по дебрям в поисках трутовика. Вчера нашел одно дерево. Пошел сегодня. Уже целую кучу прошел леса. Нифига нет. И вот, наконец, дошел до своего места, где в прошлом году находил. А тут он есть. Тут такой запах стоит, обалдеть вообще. Черемуха дурманит. Только вот как пройти, я не знаю. Видите, сейчас буду проползать тут по деревьям. И это не просто. Вот дела. Супер лес. Приезжайте, друзья. Шучу. И вот она награда. Сейчас надо встать поувереннее. Вот он. Смотрите, пошел. Первые капельки, смотрите. Желтенькие. Ну вот это тоже, смотрите, какой. Пучок. Делать. Может, еще где есть? Надо смотреть. В принципе, их видно. Они желтенькие. Да. Как здесь лазить? В общем, тяжелое занятие. По-моему, проще белые грибы искать, чем вот трутовик. Но пока ничего нету, приходится лазить. Ну, как приходится? Он по вкусу хороший. Мне нравится гриб курица. Так что не зря. Правда, маленький еще не вырос, но тем не менее. Найден, значит, будет дня через 3-4 собран и съеден. Вот такой, смотрите. Желтенький. Самое классное, что, видите, вон еще молодые ползут. Только вот, вон там чуть побольше. И молодые еще есть. То есть здесь, с этого места, должно получиться, если ему дать вырасти, пару килограмм получится. Плюс у меня еще вчерашнее место есть. И там еще. То есть можно нормально так перекусить. Красота. Ну что, пойдемте еще чуть по этому лесу. Жесть. Друзья, вроде черемуха вредная, да? Кто знает, пишите в комментариях. Нельзя же ей много дышать. Хотя пахнет приятно. Шмель трудится. Трудяга. Осинки кормили нас недавно сморчками. Ну, а теперь ждем подосиновики. Березовая опушка. Уехал я с того леса, друзья. Решил заехать вот сюда. Смотрите, как здесь березовая пушечка классная. Кстати, я уже слышал новость о том, что подберезовик нашли в Подмосковье. Хорошая новость. Хочется тоже найти. Интересно, может, тут тоже есть? Смотрите, какая классная лужайка.
цветут цветы. Вот, кстати, живучка цветет. Звездчатка беленькая. Смотрите. О, не фокусируется там. Ой, какой запах классный. Люблю я весенний лес. Май, когда вот свежая зелень. Красотища, друзья. Кстати, друзья, я тут придумал викторину небольшую. Вот. Под какими деревьями какие растут грибы. Я вам расскажу то, что знаю я, а то, что я не знаю, и чего я не дополнил, то, что знаете вы, пишите в комментариях, и мы посмотрим. Это интересно. Вот, например, дерево осина. Какие грибы растут в осине, под осиновыми деревьями? Вот я знаю, весной растут сморчковые шапочки, сморчки, строчки, кстати, не гигантские, а строчки пучковые. Но они растут в таком большом осиновом лесу, в старом. Вот, потом летом растут подосинники, да? Потом серые подосинники, или, как их еще называют, подберезовик твердоватый. А осенью растут вешенки и зимние опята. И сколько получается видов? Шапочка, сморчки, строчки, подосиновик белоножковый, подосиновик, кстати, красный, подосиновик серый, это 6, вешенка 7, и зимняя опята 8. Смотрите, 8 видов растет в осинах. Может, я что-то еще забыл? Короче, дополняйте меня, друзья, и вместе мы узнаем, какие еще, может, грибы растут в таком лесу. Будем знать, обучаться потихоньку. Ну, а я пока что поищу подберезовик. А вдруг он тут есть? Пока что не видать на горизонте, но лужайка обалденная. А почему я сюда раньше не заходил? Здесь, наверное, должны расти белые грибы летние. Вот под этими березками. На это мы приедем, когда пойдут грибочки. Приедем проверять сюда. Красотища. О, Вероника Дубровная цветет. Знаете, какие цветочки? Да, не видать. Грибов, зато одуванчики вовсю. Кстати, варенье можно делать из лепестков. Получается одуванчиковый мед. Недавно мне знакомые рассказывали. Может, попробуй как-нибудь. Ладно, друзья, я поехал. Уезжаем мы сегодня с детьми на прогулку. А что там будет, это будет в следующем ролике. А пока я с вами прощаюсь. До новых встреч. Следите за новостями. Скоро попрут грибы, и мы их пособираем. Пока, друзья. До новых встреч.